На прошлой неделе состоялась пресс-конференция для средств массовой информации, на которой журналисты задали интересующие их вопросы и получили подробную информацию о предстоящем фестивале «Смоленский звездопад». О месте проведения фестиваля, билетах и программе вы можете узнать на сайте www.smol-звездопад.ru и в группе ВКонтакте vk.com/smolzvezdopad. Безопасность фестиваля обеспечивают профессиональные структуры, это МЧС и МВД России по Смоленской области с прилежащими их районами. А также здесь будет включено порядка 100 волонтеров. Из них это получается 30 членов народных дружин, а также порядка 70 волонтеров, которые добровольно решили помочь фестивалю. На фестивале будет организован фотоконкурс среди фотографов. Лучшие работы будут опубликованы в фотокниге. Идея конкурса – снять максимально красивый фейерверк. Это будут, среди участников будет и профессионалы, и любители, но сниматься будет не только сам фейерверк, но несколько фотографий репортажных, несколько фотографий имиджевых интересных. Спортивные соревнования будут представлены, такие как народный жим, армрестлинг, пляжный волейбол и народный вид спорта, такой как толчок гири. Вот. Будет награждена в каждом виде спорта будет награждена тройка призеров медалями, грамотами, ценными призами. Да, билеты купить будет можно, но после 10 числа будет подорожание, поэтому билеты покупайте заранее. Особое внимание будет уделено Минской трассе. Будут выделены дополнительные знаки ограждения, увеличено количество ДПС, будут работать эвакуаторы. Для удобства посетителей на территории фестиваля организованы парковки, как платные, так и бесплатные. Въезд на данные парковки при наличии билетов у каждого пассажира. Въезд на автомобильные парковки до 21:00. Подробнее о месте проведения фестиваля, билетах и программе вы можете узнать на сайте www.smol-звездопад.ru и в группе ВКонтакте vk.com/smolzvezdopad. Ждем вас на 6-м фестивале «Смоленский звездопад». Все будет красиво!